Кто сказал, что дорожная безопасность и мода не сочетаются? В пятницу в Иванове состоялся конкурс «Стань заметней на дороге». Главное требование ко всем конкурсантам – наличие на костюме светоотражающих элементов. Разными способами, но мы доносим до людей необходимость ношения данных элементов. Ну и, соответственно, сами дети поймут, что это популярно, что это модно, интересно и будут носить ее в одежде. В показе специальной одежды приняли участие воспитанники детских садов, школ и учреждений внешкольного образования. Все костюмы сшиты педагогами и родителями вручную. Выяснилось, что такая одежда может быть не только практичной, но и красивой. Хотя сами дети признаются, в повседневной жизни вряд ли бы надели такое. Она нужна, чтобы водитель, который едет за рулем, увидел пешехода. Я тоже бы не очень часто ее носила, но да, красивая. Помимо одежды, юные пешеходы показали свои знания правил дорожного движения. Если в комнате сижу, я обычный мальчик, то в окно на лоб лежу, то пинаю мячик, то проходу за ворота, становлюсь я пешеходом. Маленькие модели действительно выделяются из серого потока. Доказано, светоотражающие элементы на одежде видны водителю даже в темное время суток на расстоянии до 25 метров. Поход в школу или садик в таком одеянии точно будет безопасным. Наталья Романова, Олег Милехин, РТВ Иваново.